чтобы он был любезным, воспитанным и с очаровательной улыбкой. Вы знаете, откуда этот фрагмент? Откуда? Это фильм «Укрощение строптивого». «Укрощение строптивого». Вы мне скажете, что произойдет со смены этого стоп-кадра? Да. Да, говорите. Интересно. Он, улыбка такая, с составными челюстями. Улыбка? По-моему, это все-таки улыбка... стоматологи. Он для них объясняет. Улыбка такая, с составными челюстями. У нее что, своих зубов нет? Да. Нет, наверное. Нет, зубы есть, но почему не вставить? Нормальное дело. То есть он решил, что Адриано Челентано специально для съемок этого фильма поменял себе челюсть на вставную, и сейчас, в общем-то, с ней улыбнется. Такова версия. Ну, это тест на улыбку, пепсодент своеобразный такой. Пепсодент. Слова-то какие? Словей таких я не знаю. Гасим свет, смотрим на правильный ответ. Самое главное, чтобы он был любезным, воспитанным и с очаровательной улыбкой. Очаровательная улыбка Адриано Челентано не оставила в покое, по-моему, никого, в том числе и джентльменов. Удачи, это была номинация «Ситуация». 5-5, такой счет этой номинации. Мы вернемся через несколько секунд. Капитан, улыбнитесь. Вам идет 4-й Оскар. И аплодисменты публики. И я с полной ответственностью и с полным правом, естественно, представляю суперпризы, слушая... какие-нибудь там программки, да, попутно, вы сможете смотреть нашу программу и записывать ее с вашим участием на этот видеомагнитофон. Ну вот такая вот, собственно, штуковина. Подойдите вот с другой стороны, вы можете теперь так... да, можете даже взять то, что вы можете взять. Конечно, потрогайте настоящие внутренние опилки. Это подарки, суперпризы от компании «Таир». Это джентльмены удачи, победители шоу «Оскар».